Мы находимся на территории управления ветеринарии села Ребриха. Перед нами находится крематор по сжиганию останков животных. По обращению в управление ветеринарии по Алтайскому краю о разъяснении ситуации нам пришел ответ, что крематор является мобильным и применение не на территории управления не планируется, а площадка является местом хранения оборудования. Было обращение Министерства природоресурсов, экологии Алтайского края, обращение в Роспотребнадзор. В управление ветеринарии села Ребрихи после расследования пришло предостережение об использовании оборудования на данной территории. Но в нарушении всех предостережений и санитарных норм крематор используется стационарно. 10 мая привезли мертвую корову, расчленили и поместили в печь крематора. Сегодня, 11 мая, происходит сжигание трупа животного. Здесь собрались обеспокоенные жители, так маленько, улицы Лесной, покажи людей, чьи дома находятся в непосредственной близости. И дома вот так вот покажи. Некоторые находятся не менее 10 метров от этого крематора. Мы проживаем в особо охраняемой природной зоне. Слева от нас в 5 минутах ленточный бор. Справа 200-300 метров находится речка Космола. Загрязнение воздуха и почвы вокруг крематора негативно скажется на экологии. И не только. Здоровье местных жителей под угрозой, так как по улице Лесной нет центрального водоснабжения. У каждого жителя, практически в каждом доме, стоит водонасосная станция, либо колодец на улице. И эту воду мы пьем. Мы просим органы управления, вышестоящих организаций обратить внимание и помочь нам разобраться в сложившейся ситуации.